Ребята, есть уникальная медитация, которая 100% может вас привести напрямую в руки Бога, и вы напрямую сможете почувствовать, что такое любовь Бога по отношению к вам. Это медитация, когда с закрытыми глазами, чтобы вы не видели, произносите: «Это не я, а где я?». И все, что там происходит, ваше сознание, какие-либо картинки, считайте, что это не вы и не ваше. Таким образом, плавно, даже где я будет находиться, где-то далеко, а вы почувствуете свою бестелесную, невероятную, большую и невероятно добрую такую детскую душу. И она со временем выделится, и вы нырнете в бесконечный океан любви, экзальтирующее состояние радости и счастья, паратмы, и начнете это ощущать. Но это путь. Нельзя ребенку родиться и побежать, как Будда это сделал Авалокитешвара. Мы, к сожалению, обычные люди, и нам для того, чтобы этот путь пройти, нужно делать или нужно этим заниматься. Что могут дать человеку, вот какие бывают медитации? Ну, какие-нибудь медитации, такие знаменитые, я вспомню. Да, там, Сай Баба,